Всем привет, с вами Андрей Чент. Ну что, продолжаем играть в Resident Evil 7. И, в общем-то, написали, что Чент, там нет никакой загадки. Ты просто должен его убить. Хотя он бессмертный, не умирает, но типа да, ты должен его убить. Просто стреляй в него. Вот как бы как-то так. Поэтому... Окей. Я просто бегаю, пытаюсь найти разгадку. А ему нужно просто настрелять. Опа. Что-то плохо настрелял ему. А, точно можно настрелять ему? Слушайте, он, бля, бессмертный. Перезарядка? Я уже 300 раз его убивал. Да, бля, он вообще... В смысле, он же ж не убирает? О боже, что с ним? Серьезно? То есть просто говнюк, тебе нужно было тратить патроны? Какого хрена я тогда тебя бегу, столько аптечек потратил, как дурачок? Охренеть, конечно. Вот это поворот. Ладно, я понял. В любой непонятной ситуации стреляй. Ну, ясно, что он встанет. Я же надеюсь, это я не остановил его, типа, на маленькое время. Типа, он же ж... Блин, у меня с жизнью это проблема. Так, у меня есть голова одна. Какая-то, вот. Только одна из трех. По патронам все плохо. Дробовик я добыть не могу. Я так теперь понимаю, из-за того, что он сдох. Ну, как сказать, сдох. На время отключился. Угу, то есть тут секунда дела, и все закрывается. И взамен же тоже ничего не положить. А взамен можно положить, наверное, вот тот дробовик. Который тут возле бабули был. Ну, идемте снова туда. Если он опять сейчас встанет. А, блядь! Да в смысле? Да как так-то? Меня к этому жизнь не готовила! Я тут присяду. Да, блядь, что-то я херово спрятался. It's over, boy. I found you. Я не сильно прятался. А, где ты? А где он? А, вон он. Что мне с тобой делать? Закрыл! А он открыл. Блять. Спрячусь тут. Блять, что делать? Короче, хреновый совет.
То есть у меня есть вот та вот дверь. У меня есть 10 патронов. Убить его я не могу. О, он зашел. Так. Ага. It won't be long before I find you and kill you. Он еще стоит. I can smell you. Я тебя чую. Делик. Так, а что у меня еще раз есть? Татуэтка деревья. Я ж не двигался! Yeah, piggy, piggy, piggy. Вот тут спрячусь. Это похоже на орла. Сейчас мы его правильно крутанем. О! Вот. Вот, типа. Бля. Сейчас. Ну, типа, кто... Читается, да? Who builds this shit? А вот что нужно было сделать. Сейчас кто-то меня за жопу схватит. Не, не схватит. А мне кажется, что схватит. И куда я попал? Ага, в какую-то другую комнату. Ладно. Какая-то еще одна комната. Может, тут и аптечка есть? Патроны для пистолета. Патроны для пистолета — это хорошо. Это что? А, бля! Что? Кто? Используйте психосимуляторы, чтобы найти предметы. В смысле, какие психосимуляторы? Такой препарат временно обостряет чувство, позволяет быстрее находить скрытые предметы. Окей. А, тут типа вот так вот. Гильза для дробовика. Он что такое? Копыта? Ага. И там что-то в вазоне. Трава. Я понял. Так. Патроны для пистолета. Это что? О, это как раз сейчас можно сделать себе что? Правильно. Великое лечащее средство. Объединить с этой штукой. И использовать. Так, а что это за комната? Ой, там еще какая-то ружбайка лежит. Это мы уничтожаем. А что за замок тут должен быть? Типа ворона дохлая должна быть. Типа ключ ворона может быть.
Ну, я предполагаю, что да. Все, больше тут ничего такого я не пропустил. Давайте я посмотрю, вдруг тут что-то еще есть. Ну, мало ли, вдруг. Нет? Ладно, выходим. Сейчас выходим, а он там. А что я вообще тут нашел? Ничего особенного. О. Да что за комната? Тоже какой-то ключ нужен. Опять деревянная. Нахрена мне эти деревянные монеты? Хоть убей, не понимаю. Так. Муж — это успех. Он 13-й по счету. Какая-то непонятная фотка. Похоже на детский рисунок. Пусто. Как у мангуста. А тут что-то может быть. Оп. А можно это, чтобы выпало? Не, вообще никак. Ладно. Ну, типа, все. То есть тут нужен тоже ключ. А, похоже, это все, кто пропал без вести. О, бля, это что за комната? Ох ты мой. Чё ж, ни хрена не видно нормально. А, бля. О, бля. О, бля, это что такое? Что это было? О, бля! Стреляй! А, бля! Убеги! Наверное, его ж можно убить! А, бля! Не говорите, что оно не умирает! Я сейчас потрачу всю обойму! Да сдохни! Два патрона! Ладно, уходим. А он за мной не придет? А вон он ходит. О, последний патрон. Бля, чувак, последний патрон это я потратил. А если бы не хватило? А вот если бы не хватило? Не, ну вот единственное, знаете, когда играешь в резик на плойке, вот стрелять реально сложнее, чем с мышки. Вот прям на порядок сложнее. Причем у меня же стоит же, да, функция мягкий, да, наклон. Фух, так, у меня проблема с жизнями. И с патронами. Ох, бля. Надеюсь, он уж не встанет сейчас. За секунду, правда? Так, сразу закрыть за собой. От греха подальше. Блин, хотя мне кажется, я уже скоро сдохну. Мне не жизни. Ага, тут ключ-скорпион нужен. То есть это ключи. Скорпион. О, я могу пойти вниз. А могу сюда. Так, это я в щиту. Оп, оп. Это если прямо уже пахнет жареным. Давай закроем за собой, не знаю, мне так спокойнее, что ли. О, это сохранение.
А можно сначала даже, если сохраняться, как минимум аптечку, я согласен. Как минимум. Сюда можно что положить. Что? Так, у меня есть видеокассета. Где надо ее куда включить? У меня есть маятник от часов. На нем надпись «Общая комната». У меня есть деревянные монеты. Куда-то, наверное, будем загружать. Может, тут тоже аптечка? Какая-то записка. Эти сволочи ищут меня. Дорогая Картни. Но, возможно, ты так сможешь выбраться отсюда. Ищи барельефы в виде собачьих голов. Одну из голов я видел в секционной в подвале. Возьми ее, это ключ к свободе. Секционный в подвале. Это как раз по карте. Подвал это вот, да, он? Вот спуститься. Секционная в подвале. Ладно. Сохранится. Ух. Да. Так, тут нам нужна отмычка, которой у нас пока что нету. То есть по факту здесь все, да? То есть вы опять меня отправляете вот это вот кирпичные заводы. А, подождите, я вылечился? И мне так и лучше не сильно не стало мне? Охренеть. Короче, мне в подвал. Если что, Чен, защищайся. Не забывай защищаться. И вот так можно штекать ножом. Бог ты мой. А мне валиться-то нечем. Если эта срань вылезет, я ж ножом ее не зарубаю. Заперто с другой стороны. Так, если что, вдруг я бегу обратно наверх, правильно? К себе в комнату, в сохранение. Он же туда не прибежит? Блядь! Я передумал. Я к себе. Мама, я к себе. Он идет. А он может подняться? Ну, мне просто интересно. Или не может? Ага, подняться он не может. А что мне делать? Мне нужно как-то его обойти. Убить я его не могу. Так, спрятаться где-то могу? Не могу. Так, Чен, главное не сры. Блин, а что мне с ним делать? Как мне его обойти? О, блядь! Блядь, тихо, блядь, с другой стороны вылез. Куда бежать, бля? Пойду сюда. Закрывай. Я не знаю, куда прибежал. Бля, куда я прибежал? Я не знаю. А, бля, не-не-не-не-не. А, о, бля, зауха. Бля. Толкай. Толкай. Бля. Бля. Закрывай. О, бля, там двое. Я запотерялся. Я потерялась. О, бля! Бля, почему так жестко? Почему так жестко? Ой, боже, мне плохо. Что это за игра гребаная? Да какого хрена, бля? Да вы что, издеваетесь, бля?
Да ну нахрен этот Resident Evil 7. Одно дело, когда ты просто ходишь, тебя пугают, тут еще и думать надо куда-то, куда бежать. Так, у меня был подвал. Зона обработки. Кто там гупает? Блин, зона обработки. Подождите секунду. Значит, в зоне обработки, правильно это было написано? Так, одну из голов я видел секционно в подвале. Ух, секционно в подвале. Не, что-то было еще про зону обработки, помню, я читал. А где я читал про зону обработки? А вот, переместите мерзкого, которое вы поймали, из зала в зону... Так, а тут было про зону обработки, больше ничего, да? Я так понимаю, что мне нужно найти голову в подвале. Патронов нету. Так, ну я типа открыл хотя бы одну дверь. Вот эту. Мать моя женщина. Уже у меня ладошки попотели. Аптечка. Так, если что, я знаю, куда бежать. Еще одна аптечка. Карта. Тихо-тихо. Ага, у нас появилось вот. Помещение для кремации. Мастерская, котельня. А вон секционный морг. Бля. Так. А туда я могу выйти? Ага, вот какая-то комната. Тут заперто с другой стороны. А здесь что? Тут никто не вылезет? Что-то мне кажется, что вылезет. Я в морг зашел или что? Помещение для кремации? А мне кажется, что он вылезет. А я что сказал? Бля, потерялся. Не сюда. Вот сюда. Что ты, жопа с ушами? Иди сюда. А он что, не умеет дверь открывать? О, боже мой. Блин, надо в зону кремации зайти. Вот здесь они еще за мной бежали. И вот здесь. Заперто. Что там? Блядь, а ты... А, блядь, ничего себе, как близко-то! Ой, я туда бегу вообще, не туда, блин, не туда, а туда, туда, не туда. Он прям идет за мной? Мне просто интересно. Да, идет. А если я тут стану? А где он? А где он делся? Да вы издеваетесь, блин. Как я должен открыть там все? Может, пока не туда идти? Давайте последний раз. Последний разочек. Если нет, то пойдем в другую сторону. Блин, ну я ж его слышу. А ну стоп, а здесь что? А что тут, блин? Ничего тут. Может быстро какую-то открыть? Вот ту дальнюю надо открыть, надо, а? Как вам идея дальнюю открыть? Типа быстро, туда-сюда. Что там было? Пила.
Так, вот там, где рука. А, бля! Где он? Какой стороны его ждать? Вон он стоит. Ну? Уходи. Алло? Давай. Ну, уходи, куда ты там хотел, там. Покакайте, иди сходи. Он сидит в проходе, а? Бляха. Он там что, застрял? Ну стоит себе и стоит. И что делать? Ладно, давайте просто типа выйдем. Он сейчас уйдет, вот так вот. Оп, все, он типа исчез. Ладно, пока мы в морг не идем. Хотя, блин, там 100 пудов есть что открыть. Но мне в идеале, то есть нужно там кого-то завалить. А что дверь закрылась? Давайте сходим в эту сторону. Так, если что, мне потом не забыть, как куда бежать. Лестница сюда, хорошо. Ключ со скорпионом. О, ключ со скорпионом. Вот это уже интереснее. Ценная фотография. Отмычка. Так, скорпиона мы же где-то видели. Реально. Травы. Достаточно места? А. Ну давай склепаем. А травы у нас есть? Есть травы. Объединить с травой. Аптечка и сильная аптечка. Окей, а это что? Ага. Так. Еще ниже? А куда еще ниже? И так стрёмно. Ладно. А, тут дверь какая-то. А что это, змея? О, тихо, где-то. А, вот слышу. Как это уничтожить? А что мне дается за то, что уничтожаю? Патроны вижу. Гильза для дробовика. Мне бы дробовик бы еще. Ладно, у меня есть ключ. Что написано там было? Ага, змея, да, ключ змея нужно. Ага. Магнитофон, скорпион. Дверь змея. Окей. По патронам у нас вообще все плохо. Есть отмычка. Ладно. Не, по лекарству надо поставить как минимум. Давай. Давай вот это используем. Можем использовать? А, не нужно сейчас использовать, да? Ну, давай так переместим. И вот эту переместим. Так, стоп. А зачем мне эта ценная фотография? Тут спрятано кое-что интересное. Найди, если сможешь. Какой-то. Окей. Так, ну у нас есть скорпион. Мы с одной стороны отсюда вообще можем выйти. О, блядь! Да вы издеваетесь! Фу, бля, фу, 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 бля, блядь! О, беги, беги, беги! Беги! Что там? О, бля, бежит за тобой! Заходи в дверь! Заходи, закрой за собой! Закрой! Закрой, бля! Ой, бля! Ой! Ой! Ой!
Какого хрена? Пистолетные патроны, спасибо большое, хоть 12. Так, давай туда что переложим. Это что, монетки теперь? Я не знаю. Давай патроны переместим пока. У меня все равно пока нету. А я могу переместить туда? Нет? Стоп, а что я могу перемещать туда? Хотите положить в ящик? Вот этот. А, вот так это перемещается. Ага. Блин, ну это все остальное мне тоже ж нужно. Ну ключ Скорпион точно мне нужен. Распечатка, электронное сообщение. Водительское удостоверение. Ну давай это тоже переместим, пока что. И я пока не знаю, зачем вообще мне деревянные монеты. Пока переместим. Все. Вот пока сделаем вот так. Так, сохранимся. Боже, какой хоррор. Это жесть просто какой-то. Как я срусь. Так, он тут стоит под дверью мне или нет? Я же понял, что они в эту комнату... А, подождите, у меня жизнь не проблема. Стоп. У меня проблема с жизнями. Ну я... Содержит сильный, так. Ну, использовать. Попустила. Не, ну мне 12 патронов не хватит. Чтобы убить эту вурдалаку. Вот Скорпион. Хорошо, я открываю. У меня есть ключ. Никто пока за мной не бежит. В смысле? А-а-а. О, бля, вы издеваетесь? У меня как не срачка, так болячка, как не один, так второй. То есть это просто как бы типа я открыл дверь для того, чтобы быстро перемещаться, правильно? Охренеть. Я думал, сейчас что-то будет по-новому. Так, на секунду, а что мне дальше делать? Нахрена мне этот ключ был нужен? Ключ со Скорпионом. Так, мне больше ключ со Скорпионами не нужен, получается. Да, переместить его. Нахрена он мне? Давай заберем туда эпоксидку. Так, у меня есть так ценная фотография. Значит, а что на ценной фотографии у нас... Блин, мы его где-то встречали? Не помню. Камин. Что-то в камине. Что написано сзади? Тут спрятано кое-что интересное, надеюсь, если сможешь. Ну ладно, посмотрим. Но это не подвал. Тумба, камин. Тут же нет этого камина в этой комнате. Нет. Потом, у меня есть кассета. И у меня есть маятник от часов. Нахрена он мне? Гостиная. Окей, гостиная. Где у нас гостиная? Вот туда нам нужно. Ага, гостиная. Маятник от часов. Гостиная. То есть я выйду. Потом мне нужно зайти в центральный зал. Ага, все, я понял, что за гостиная. Все, я въехал. Это там. Это там, где мы убили того. О, бляха, муха, я аж испугался. Вот тут вот.
вот здесь вот. Это гостиная. Правильно? Хоррор-головоломка. Офигеть, блин. Блин, а если эта зараза вылезет? Надо максимально в голову стрелять. Да, вон гостиная. А он же вылезет. Так. А если вылезет, я уйду. Вот гостиная. Я в ней. У меня есть маятник от часов. Куда его вставить? В сраку оленю. Неплохая идея, но неверная. Может, это как ключ? Выглядит как ключ, да, такой? Так, пока там монстр тот не вылазит. И это хорошо. Так, это нельзя, хорошо. А вот так? Нельзя. Нужна ворона. Там лежит пушка. А тут написано, что это гостиная. Но вопрос, куда его вставлять? А, о-о-о-о-о-о! Стероиды. А зачем они? Вот это ж оно. Вот этот же камин. И все, это типа, вот это все, что мне хотел сказать, что стероиды. Типа я на стероидах могу типа лучше их повалить, да? Значительно повышает мышечную силу, максимальное здоровье, действует без... Действует бессрочно? Прям вообще бессрочно. Вы увеличили максимальное здоровье. Ну ладно. Не, ну если бессрочно, типа я на все... Ну, окей. Так, мне тогда это уже ваша фотография нахрен не нужна. А я могу ее как-то выбросить? А удалить могу. Правильно, это же просто она? Ну да. Ну тогда удалить. Выброшенный нельзя вернуть. Выбросить предмет? Ну да. Так, у нас еще есть кассета. И маятника часов с надписью «Общая комната». В смысле с надписью «Общая комната»? Там же было написано вроде что по-другому. Гостиная. Ну, гостиная. Так я в гостиной нахожусь. Нет? Вот гостиная. Может просто потом там что-то вставится этими часами? А что там вообще находится? Какие-то... Органика, оружие, то, что вижу, ярко светятся, и все. Ну, короче, там какая-то небольшая комнатка. Ну, я понимаю, что сейчас сюда зайду. Там потом вылезет тот вурдалак. Что мне с ним делать, вообще понятия не имею. Мне нужно раздобыть дробовик. И мне нужно найти три собачьи головы. Одна из голов была в подвале. Нельзя использовать. Блин, пойду туда, там вылезет эта хрень, 100%. Но я в гостиной, но тут ничего нельзя вставить никуда. Может, куда-то кассету еще использовать. Что мне еще есть? Кассета. Мия. Можно где-то кассету использовать. А где? Стоп, а на втором этаже был телек. Там, где дробовик, если не ошибаюсь. Блин, там же этот чувак ходит, да? Так не хочется на него патроны тратить. О.
Ух ты, бля. Don't you go anywhere. Ну давай, иди сюда. Пошел. Где он? Ага, вижу. Давай, 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 быстро, быстро, быстро. И дверь закрой за собой. Да закрывай дверь! Where the hell you think you're going to, son? Вот где-то здесь, по-моему. Да. О, вот, вот телек. Фух, сесть. Ага, вот надо здесь сюда кассету наставить, да? Бля. Я немножечко очкую. Он здесь, 100%. You can't hide from me, boy. Где он? Он где-то рядом. Чё так тихо? Он ушел? Hello there. How you feel? О, бля! А как он меня вычислил? It's just you and me now, Ethan. Почему он не уходит? Как он меня вычислил? Что? Да, бля, скотина! Я ж спрятался! Ты издеваешься? Ну какого хрена? Я ж спрятался! Что, валить его может? А сейчас могу использовать? Кассета. О. Главное скорость. Чик-чирик, я в домике. О, Мия, Итан. Если ты это найдешь, я знаю, что не могу ни на что рассчитывать. После всего того, что произошло, я сделала. Я должна тебе сказать, это была не я. Я не знаю, что случилось. Тебе столько нужно рассказать. Вот ты где! А, я за нее играю? Она больше меня не поймает. А куда я должен бежать? Я должна куда-то бежать. Мамочка какая-то. Хоть бы не обосраться. Она сейчас тут будет перед ладом, такая ба! 100%. О, блядь. Ну я понимал, что она должна меня найти. Вы не справились? В смысле? Чтобы уйти от преследования Маргариты, спрячьте за чем-нибудь. А что у меня за задание? Не попадитесь Маргарите? Тим, можешь? Да я спрятался. What have I done to deserve this except open my home and feed you?
Я ж спряталась? Или нет? I don't understand you at all. This is a gift. Вот она ушла. В тот раз она меня словила здесь. Закроем за собой. О. Так. Я спряталась. Think I don't know what you want to do with that boy, Ethan? Я думал, мы просто видео посмотрим на кассете. Так, а здесь ничего такого нету, что мне нужно? Я что-то да не понял. Так. Была вот комната. Тут вообще спрятаться больше негде. Был какой-то огнемет. Давайте сюда спрячемся. А что мне с этим огнеметом делать? Ну, огнемет. Ну, давай не двигаться. Ну, вот она выйдет, хорошо. Дальше что я буду делать? Куда мне нужно идти? Что, она ушла? Не, ну сейчас она и сюда заглянет. Ага, все-таки правильно. То есть с той стороны, если бы сидела бы, было бы хреново. А сидя с этой стороны? Сейчас прикинь, сюда зайдет. А тут больше негде спрятаться. Я не могу прикинуться мусорным мешком. Отлично. Значит, все верно было. Я скорблю тебя моим крошкам. Открыли наши сердца. И что в ответ? Так, она должна уйти. Так, вроде бы ушла, да? Короче, огнемет, я думаю, это просто, чтобы Итан знал. Правильно? Тут никуда прыгать нельзя. И там надо головоломку разгадать. Вот она. О. Так, что там у нас? Паук? Да. Ну, как бы что-то где-то.
Ну вот, смотрите, очень даже похож. Не. Ну, надо еще покрутить, ладно. Ну вот, как-то. Блин, сейчас. Как-то он. Вот. О. Ну вот. Отлично. Мы открыли дверь. Он меня за жопу схватит. Че я стою? Ну иди. А че он не идет? А, он специально так медленно идет. Короче, я не могу быстро передвигаться. Ну, вперед. А, не, все, пошла. Еще нужно правильный угол найти. Сейчас что-то будет. А что я должна делать? Не попадитесь, Маргарите. И не попасться. Пусть она не выходит. She loves you. She wants us to be a family, goddammit. Блядь. You. All you have to do is accept her fucking gift. Она ж не может за мной ползти. А прикиньте, может, сейчас скоро поворачусь, она за мной. We love you. Why can't you see that? Embrace us! Блин. Вот теперь я ее теперь еще раз вижу. Ага, you все, теперь я могу выслеживать ее. Вот, теперь я понимаю, для чего это было. Ну иди. Будем его высматривать. Вот, вот тут теперь могу смотреть на нее. Но пока ничего не вижу. Идем дальше. Стоит где-то здесь, у меня понятно, она так орёт, что я даже очкую немножко вылазить. Не, вроде ушла она. Ну, по звуку чуть дальше. О, бля! Хрена себе она ушла, блин. А может, я здесь и не могу пройти? Слушайте, а реально, может быть, она и не даст мне отсюда выйти. То есть мне нужно, может, выйти через двери. Типа, как зашел, так и вышел. Может быть такое? А огнемет я взять не могу, да? Ну, то есть... Mm-mm. То есть я просто знаю, что он лежит на мусорке. Так.
тут заперто. А, уже все заперто. Серьезно? То есть мне только туда идти? А как мне там пройти тогда? Она ж не дает мне пройти. Я ж попасться ей не могу. И спрыгнуть нигде не могу. И огнемет взять не могу. Так я, ну, реально там стоит. И все двери заперты. И что делать? Правильно понимаю? То есть мне нужно идти только туда? Да. А как ее обойти, если она не дает пройти? Она же стоит прям тут, блин, под выходом. Вон. Ну вот она ходит, ходит. Ходит, злится. Ну дальше что? И... пошла прямо. То есть единственное, куда я могу пройти, это, наверное, вот здесь вот под самому углу. То есть мне нужно как-то ее пройти, обойти. Потом она возвращается. Стоит, смотрит. Окей. Все, есть момент, я обошел ее. Вот тут эта дырка. Мне кажется, я правильно нырнул. По-моему, она пошла за мной. О, бля. Фотография. Ой, бля. Where do you think you're going? Steven, please help me. Steven, help me. What did they do to you, Mia? Какое интересное было приключение. Скорпион. Бля! А я ключ положил туда? Серьезно? Ёперный театр, а у меня ж был ключ-скорпион. А я думал, этот ключ только можно использовать один раз там на какую-то определенную дверь. Бля! А она у меня где лежит еще раз? На втором этаже где-то есть у меня тут склад? Бля! Я бы сейчас как шикарно бы открыл бы дверь. Ёперный театр. Вот это подстава. И сейчас брушбайку бы забрал. Но, ладно. Мы это сделаем уже в следующем выпуске. Мы уже хотя бы знаем, что мы можем забрать ружьё. Вот наша одна дверь. И вот здесь вот. Мы сейчас заберем ключ. И как раз что сделаем? Правильно, сохранимся. Фух. Забираем ключ. Вот он, ключ-скорпион. И сохраняемся. Что скажете? Ну, не знаю, как вы, но я кирпичный завод построил такой нормальный. Надеюсь, что вам тоже зашло. С радостью прочитаю ваши комментарии. Если есть какие-то советы, подсказки, пишите. А, голос просадил жестко. Но... я думаю, что это того стоило.
Увидимся уже в следующем выпуске. Всем пока.